Хорошо ли вы разбираетесь в часах, знаете названия их брендов и готовы быстро и четко произнести эти слова? Сейчас узнаем. В Москве наступило лето, значит, пора выйти на улицу и устроить небольшую викторину. Меня зовут Дмитрий Каратаев, и вместе с часовым салоном «Хроноскоп» на Арбате проведем небольшой блиц. Итак, погнали! Rolex. 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 Так. Ладно, неплохо. Какие есть варианты? Помогайте. Audemars, Piaget. Ну, почти. Audemars, Peugeot. Audemars Pictures. Audemars Piaget. Audemars Peugeot. Пингвин. Неплохо. Audemars Piaget. Hublot. Так. Hublot. 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 Not bad. Not bad. Ильяс Нардин. Так, а вы как? Ильяс Нардин. Еще хуже. Люси Нардин. Люси Нардин. Это я не знаю. Люси Нардин. Юлайс Нардин. Герард Перего. Перего. Так, Герард Перего. Все, спасибо, до свидания. С английским все плохо, но Герард Пикчерс. Герард Пегуа. Жерард Пер... Перже. Жерард Перже. Перже. Перже, Перже. Так, хорошо. Лаунж Сохе. Вы прям филолог. Ланге Унзоне. Ланж Соне. Ну, это дубль ГИС. Дюбе Шальденбранд. W. Дубай. Дубай, да, Шальденбранд какой-то. Шальденбранд, правильно. А это Хайтландер. Хаутлендс. Я не знаю. Аутлендс. Аутландс. Какой-то Хаутлендс. Я не знаю. Ну, почти. Мы а вы нам не скажете, как правильно? Утлонс. Угу, прекрасно. Почти.